Здравствуйте, дорогие друзья, и вновь в эфире передача «Просто о вере». Сегодняшняя передача, сегодняшняя встреча последняя в этом сезоне. Когда я анонсировал цикл наших встреч с сегодняшним гостем, я говорил о том, что ну, традиционно мы на лето задаем определенный список литературы, как в школьные времена, которые ну, неплохо было бы прочитать. Мы в прошлой нашей передаче поговорили и про Ницше, и говорили про Бубера с его философией диалога, фундаментальный труд «Я и ты». Я бы рекомендовал еще вот в этой же связи с философией диалога Эммануэля Левинаса, вот, с его путем к другому. Сегодня возникло желание поговорить вот о священном. Мы вообще разбираем тему власти. Как вообще она презентуется в культуре верующего человека, да и просто в культуре человека, человеческой культуре. Говорим мы об этом с доктором философии, со Светланой Владимировной Соловьевой. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, друзья. Мы в прошлый вторник сказали, что мы поговорим о священном. Напомню, для наших телезрителей оттолкнемся мы от вашей идеи, ну, я думаю, не только вашей, но идеи, которую вы разделяете, что совесть — это онтологическое понятие, то есть это не то, что вырастает из систем табу, запретов. Вот тут старый дядюшка Фрейд бы нам чего-нибудь объяснил бы, присев рядом. Вот, не только этими табу формируется совесть, как частная, так и коллективная, но это определенный диалог с сущим, который что-то в виде пределов в нас и нам кладет. Давайте оттолкнемся от священного. Как себя власть презентует в священном? Вот я в прошлый вторник вспомнил Рене Жерара, который говорил о определенных формах насилия священного, сакрального над человеком. Ну, сейчас мы не будем в это, я думаю, погружаться, это отдельная какая-то такая тема. Просто мне вот интересно, авторитарна ли, деспотична ли эта власть, как вам кажется? Ну и, собственно, как мы, в принципе, можем поговорить о власти в контексте священного? Ну, это огромная тема, потому что на самом деле тема власти и сакрального, она теснейшим образом связана, и власть всегда сакрализирует себя. Для этого существует огромное количество разных культур сакрализации власти, начиная с древнего общества в Греции, в христианстве и сейчас. То есть это огромная система ритуалов и текстов, которые обосновывают сакральный характер власти. Но поскольку, скажем так, я занимаюсь больше философской антропологией, да, то тема, скажем, сакрализации, священного в части к нашему конкретному человеческому существованию я вижу в другой категории, в категории служения. И вот эта категория служения, которая такую символическую составляющую власти транслирует уже в повседневной жизни людей, она мне более понятно. Но для наших телезрителей, я думаю, она не совсем очевидна. Вот мне кажется, надо вашу идею немножечко... Я постараюсь раскрыть. Когда мы говорим о существовании человека в религиозном контексте, ну вот, будь то, например, священник, или просто человек, который интегрирован в христианский образ жизни или мусульманский образ жизни. Для него тема служения становится важной. То есть он нечто должен делать не за экономический успех, не за почет, не за какие-то разные другие преференции. Он нечто делает ради ценности самого делания. И этот аспект называется служение. То есть
священник, но, наверное, тут вам, скорее всего, я, наверное, передам, вы же определяете свою деятельность как служение. Да. Потому что то, чем вы занимаетесь, имеет глубоко священный, сакральный смысл, да? То есть ваше служение – это служение Богу. Я занимаюсь образованием. Это тоже служение. И это тоже вид служения. И я рассматриваю это в категориях служения. Почему? Потому что внутри моей деятельности есть некий цель и смысл, который не исчерпывается какими-то конкретными социальными практиками. И это цель и смысл, это пайдея. Что такое? Это воспитание, это когда ты создаешь условия, чтобы человек принял собственный, его уникальный образ, он до него дорос. В этом смысл образования. Угу. Если ты занимаешься наукой, то для тебя важнейшим становится поиск истины. А истина – это не то, что ты быстро конвертировал в космический корабль, например, или в законы экономического развития и так далее. И поэтому в таких профессиях, как учитель, в таких профессиях, как ученый, врач, военный. Вот сейчас военный. То есть есть целая когорта людей, которые приходят в это дело. По большому счету, я даже профессией это не могу назвать, потому что священник – это не профессия. Да? И родину любить – это условно очень профессия, да? И защищать ее своей жизнью. Это то, что не может быть исчерпано просто какими-то социальными регламентациями. Вот когда Медведев сказал, что для учителя не обязательно его оплата, а важно его признание, он был прав. Но когда учитель просит об оплате или просит на то, чтобы на него обратили внимание, то о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о кризисе признания. О кризисе признания. То есть учитель трубит во все колокола и говорит о том, что я занимаюсь вашими детьми, и я хочу быть признанным. Вот сейчас с этой ситуацией, с дистанционным образованием, мы все с этим столкнулись. Мы столкнулись с тем, что есть врач как герой. Какое признание можно дать врачу? Только ли деньги? Вряд ли. То есть и врач, и учитель, и священник, и военный хочет признания. Что такое признание? Как мы его можем получить? То есть это какой-то образ жизни, служение, которым, внутри которого находится это признание. Угу. Что мне дает признание? Вы священник, я преподаватель. Мне дает признание, мне потенциально мою власть дает то место, которое я занимаю, или вы занимаете? Или что-то другое? Думаю, что-то другое. Что-то другое. То есть признание нам дают люди, которые к нам приходят. И поэтому власть служения, она не держится на институте. Угу. А институт нужен, потому что это воспроизводство этой деятельности. Угу. Но объем власти зависит исключительно от того акта признания, который дает человек, входящий вот в ваше служение. То есть в данном случае приход. Это же очень христианство, и особенно вот его в православном виде, это дело, которое связано не только с антропологической практикой, о чем можно вот говорить о том, что власть священного, это внутри, это уникальный опыт, связи с Богом, молитва, послушание, преображение и служение, в том числе монашеское, вот о чем мы сейчас с вами говорим уже в контексте вашей передачи. Но на самом деле власть христианства – это власть, которая возникает в приходе.
Поэтому тот и основана объем... она на признании. Да, и основана она на признании. Не только на актах веры, но и на признании, которые прихожанин, христианин, приносит в священное место, испытывая или частично испытывая какой-то религиозный опыт. И поэтому вот этот оборот признания, социальный оборот признания, оно становится чрезвычайно важным. Вот откуда, откуда вообще проистекает, из какой диалектики вот это вот признание происходит? Традиционная модель власти – это власть господства. Как она появляется? Когда один господин, а другой раб. Как Гегель пишет, он говорит, вот два человека сталкиваются, например, ну, я так вульгаризирую, потому что там он ну, не в полном смысле о человеке писал, он сознание писал, феноменологию сознания делал, разрабатывал. Вот сталкиваются, например, субъекты, да, говоря так вот прям совсем уже как карикатурно, может быть, даже. И если ты способен на кон поставить жизнь свою вот в этой борьбе, то ты будешь господином. А если ты спасовал, ты становишься рабом. И поэтому доля господина – это война, а доля раба – это труд. То есть он редуцируется к вещи, он редуцируется к телесной функции. А господин – это тот, кто воюет, он выиграл. Но здесь возникает такой парадокс. Господин хочет быть признанным в своем господстве. Может ли дать раб ему это признание? Нет. Потому что он редуцирован к вещи. Он труд. Он труд. Значит, ему нужно признание. Чье признание? Другого господина? Но господин тебе не может дать. Потому что он сам господин. Равен. Да. И получается так, что вот Кожев, рассматривая вот эту диалектику раба и господина, приходит к той мысли, что вот это снятие может сделать только гражданин. То есть ты раб в той мере, в какой ты признаешь другого, и ты господин в той мере, насколько признан сам. И вот эти аспекты служения, они, как мне представляется, в них существует вот эта модель признания, взаимного признания друг друга. И вот в этой деятельности священника, в этой деятельности учителя, ученого, врача, вот этот оборот, эти акты постоянного признания утверждают человека как священника, как учителя, как врача, как гуру. И поэтому вот эти акты признания, они являются созидательными. Ну, я вот только в качестве некоторой ремарочки бы еще один момент сказал. То есть, опять же, это ни капли не противоречит тому, что говорите вы. Просто я сижу, слушаю, и, соответственно, ваши слова попадают в мой контекст, контекст моего опыта. Такие выдающиеся богословы современности, как отец Александр Шмеман, Бальтазар, Антоний Сурожский, все они в один голос говорят о том, что христианство не может быть названо религией, потому что религия предполагает, опять же, вот эту вот... эту пару, бинарную пару, раб-господин, да, то есть где я человек-раб, пытаюсь господина с большой буквы, умилостивить, и вот эта вот религия, да, от латинского «религаре», воссоединить, восстановить какую-то разорванную связь с ним посредством своих ритуалов, посредством каких-то молитвословий и так далее, и так далее. Но в христианстве ровно обратная перспектива. Здесь не мы служим Богу. То есть, когда мы употребляем слово «богослужение», но здесь акцент делается на слове «Бог». То есть, это Бог служит нам.
вот в контексте именно христианского вот такого мировоззрения мы ничего не делаем. Даже в самом как бы пике евхаристической богослужебной жизни, то есть когда хлеб и вино становятся телом и кровью, священник, поднимая этот хлеб и это вино, произносит фразу «Твое от твоих тебе мы приносим, а всех и за вся». То есть твое же, которое ты нам дал, тебе же, чтобы ты нам вернул в некотором преображенном освященном виде. То есть мы вообще ничем не обладаем. И в данном случае меняется вот интересным образом эта роль того, кто служит кому. Вот. И ну, это я просто в качестве такого интересного замечания для наших телезрителей хотел вставить, потому что это действительно очень интересно. Тема служения, власти служения. В данном случае вот мне тоже было бы, ну, для себя потом впоследствии уже за рамками передачи поразмыслить о признании Бога. Понятно, что он в этом признании не нуждается, но его власть тоже власть служения, он служит нам. В общем-то, тот факт, что мы носим кресты, это явный символ его служения нам, отдавания себя даже до смерти. Вот. Ну, впрочем, я вас... Нет, вы тут подметили, на самом деле, нас, мы об одном и том же говорили, но я была скромнее. Потому что я исходила из того, что служение является только одной из моделей возможного такого социального и антропологического опыта человека. Да? А вы раздвинули тему служения до контекста трансцендентного. Да? То есть и это вопрос о милости, которая возможна у Бога. Но вот тот религиозный опыт, о котором описывается, огромное же количество литературы, описывающей религиозный опыт. И религиозный опыт, вот, например, Отто, он как описывает? Он говорит о том, что вот это чувство нуминозного, которое есть у человека... Надо разъяснить слово «нуминозное» для наших неподготовленных зрителей. То есть это чувство такого внутреннего, сильного приобщения к священному, оно является сложным чувством. Это не только момент благодати, когда ты прилепился, но это момент, который соединяет в себе то, что благоговейного ужаса, вот так вот можно было бы сказать. Священного трепета. Да, то есть это то, что соединяет в себе противоречивое. Поэтому вот это ощущение благодати и глубокого, сложнейшего опыта сакрального, который может пережить, ну, не каждый человек, скажем, прямо, да, оно, это состояние, это даже не чувство, оно включает и в себя все. И момент милости, и момент отшатывания, потому что ты понимаешь о том, что ты только человек. И это сложнейшая тема. То, что пережил Петр, судя по всему, в лодке, когда к нему там произошло чудо, всю ночь Петр, апостол, ловил рыбу, не мог ничего поймать, Христос входит в его лодку, повелевает ему вновь закинуть сеть, довериться ему. Опять же вопрос служения, что в данном случае Петру служит Христос, Мессия. Вот, он закидывает эту сеть, вылавливает огромный улов и дальше поворачивается ко Христу и говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть вот это вот священный трепет от того, что в твою лодку, в лодку твоей жизни, там уже такая метафора может быть, да, вошло нечто гораздо более великое, громадное, несоизмеримое с тобой. Но я вот все-таки хотел бы вернуться. Время нашей передачи потихонечку подходит к концу. Мне бы хотелось завершить тему власти служения. Есть ли какие-то сюжеты вами еще не раскрыты из-за того, что я вот так нагло встрял? Но эти сюжеты, наверное, больше вы
можете осветить, потому что тема сакрального, например, в греческой традиции, она совсем по-другому рассматривалась через тему харизмы и хюбриса, потому что когда человек приобретает власть, он приобретает ее тоже не на пустом месте, а благодаря вот наличию этой харизмы, этой способности, божественной способности увлекать, с одной стороны. А с другой стороны, всякая причастность к власти, она как бы тебя, ну, говоря таким повседневным языком, замарывает. Почему? Потому что всякий властитель принимает решение, убить или не убить. И вот эта тема, скажем так, тема убийства, которая сопровождает власть, тема легального насилия, делает существование, сакрализацию власти омраченным вот этим очень важным моментом. И поэтому, вот как мы говорим, что есть в сакральном, внутри сакрального есть опыт возвышенного, с одной стороны, и опыт отшатывания ужаса, вот так же и в тему сакрализации уже светской власти существует момент не только харизматичный, когда за тобой идут, потому что ты великий, но еще и ты за это бремя власти заплатишь. Тем, что ты будешь принимать очень сложные решения, в том числе решения о жизни людей. Это вот возвращаясь вот к нашей теме уже прошлой передачи, тема коллективной памяти и той ответственности, которую мы несем за когда-то сделанные решения наших предков, принятые решения наших предков. Вот эта тема, она всегда будет омрачена вот этой огромной долей ответственности. И поэтому, когда мы говорим о сакрализации, мы говорим о трудном опыте, вот уже на уровне вот такого вот антропологических практик, на котором, через который может пройти не каждый. Это все-таки достаточно элитарный опыт. То есть это опыт, который связан с аскезой. Это опыт, который связан с послушанием. Это опыт, который связан с преображением и потом уже служением тем новым идеям, которые ты испытываешь. Ну вот, например, допустим, есть такой известный религиозный, кстати, исследователь Туэнби, который говорит о том, что мы, ну как христианин, он говорит, что мы все время существуем и культура, и человек в режиме вызова и ответа. Когда Бог дает тебе вызов, притом вызов не обязательно социальный, антропологический. Он тебе дает вызов, который может быть вызовом природы. Вот как сейчас, например, наступила метаморфоза в природе, и появился вот этот вызов, который называется ковид, коронавирус там, и так далее. И вот то, как человек и человечество отвечает на это, оно показывает силу своей связанности с ним, с Господом. И если он не способен на ответ, то тогда он будет уже в своей власти, а не в его власти. Как я вот понимаю, интерпретирую Тойнби. Ох, Светлана Владимировна, мне, конечно, очень хочется задать вопрос, но время нашей передачи уже совсем мало. Я думаю, вопрос требует обширного ответа. Но я бы, может быть, его адресовал нашим зрителям, чтобы они его поискали самостоятельно, ответ на этот вопрос. Темы еще и мы говорили о коллективной совести, частной совести. Сегодня мы поговорили о власти служения. Опять же, это, скорее всего, история частная, история индивидуальная, потому что учитель — это частный человек, частное лицо, вот, священник и так далее. Есть ли понятие коллективного служения? Потому что, опять же, если мы возьмем христианство, апостол Павел, например, в одном из посланий говорит, каждый из вас друг другу да угождает. То есть это, оказывается, общество, церковь — это общество, сообщество людей, задуманное как сообщество служащих друг другу и миру. Вот. То есть служение священника, можно, конечно, о нем говорить как о некотором примере, но скорее священник — часть целого в данном случае, вот, который служит не только Богу, но и людям, и это служение такое взаимное. Но, к сожалению, все, 30, 20, там, 10 секунд остается до конца нашей встречи. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время для нашего столь удивительного, сложного, безусловно сложного, но очень интересного диалога. И я надеюсь, что наша встреча не последняя.
Спасибо вам большое. Большое спасибо. Большое спасибо. С вами, дорогие наши друзья, мы прощаемся. Читайте книги, читайте философов, не ленитесь упражнять свой ум, вот, потому что метафора, которую я употребил еще в нашей самой первой встрече, метафора Мёбиуса, ленты Мёбиуса, предполагает, что наше внутреннее перетекает во внешнее, и то, что мы познаем о себе, позволяет нам познавать мир. Соответственно, то, как мы познаем мир, как мы познаем человека в целом, помогает нам познавать и себя, как отдельного представителя всего целого человечества. Храни всех вас Господь, до скорых встреч, хороших вам каникул. Храни Господь.